Вообще идеально. И теплые впечатления. Буду сопровождать выпускников футбольной академии «Шахтер». Разрешите поприветствовать, поздравить с чемпионством, с кубком. Ну, я хотел бы сказать, что, во-первых, вас поздравляю с началом следующего этапа вашей жизни. И хотел бы пожелать, чтобы вы все попали в первую команду. Ну, я понимаю, что это невозможно, это сложно. Если бы это было так просто, то, наверное, мы бы не выиграли 11 раз чемпионство, то есть не выиграли бы кубок УЕФА, то есть не были 12-й командой в европейском рейтинге. Очень сложно, это все понимают. Но, видите, вот у нас реальный представитель живой сидит, поэтому это возможно. То есть, когда вы пройдете длинный путь, у всех будет по-разному дорога складываться в жизни, футбольная дорога. Но я вас уверяю, то есть в финале вы должны получить то, чтобы попасть в первую команду. Это не важно, каким образом. А мы, со своей стороны, сделаем максимум, чтобы это произошло. Потому что мы это вот с Хорхем, с директором Академии, встречаемся каждую неделю. И фактически 15-20 минут нашего разговора сводится к тому, каким образом конкретно взятого футболиста сделать так, чтобы он был в первой команде. Поэтому это наша задача. А ваша задача играть на таком уровне, чтобы вы достойно смотрелись в первой команде. Потому что, еще раз повторюсь, это нелегко. Конкуренция бешеная. Но мы вас видим. Я рад очень вас сегодня видеть. Приятно, что вы в таком хорошем настроении. Все очень такие красивые, с красивой прической, современные. Мне очень это приятно. Вообще хочу сказать, что я очень рад был какой-то маленький отрезок времени находиться с вами в качестве тренера U17. И в этом плане вы мне очень много тоже помогали, потому что для меня это был первый опыт как тренер. И мне кажется, что я вам какую-то частичку чего-то дал, чтобы вы в будущем стали большими футболистами, игроками сборной Украины и игроками основного «Шахтера». Я знаю, что вы самые талантливые ребята. И самое главное, я хочу вам пожелать, чтобы вы, как я вам каждой тренировке говорю, каждая тренировка важна, каждое упражнение важно. И нужно максимум с каждого упражнения брать, чтобы в будущем стать топовым футболистом. Нужно жертвовать каждый день, чтобы играть за первую команду «Шахтер» и за сборную Украины. И я верю, что большинство из вас будет играть за первую команду. Я всегда в вас верил, я всегда вам каждый день внушал это, говорил. И я надеюсь, я уже уже такой дедушка, уже старенький чуть. И я думаю, буду на пенсии и буду включать дома телевизор и смотреть, и наслаждаться вашей игрой. В первую очередь хочу вас поздравить. Это самое главное. Для вас это праздник футбольный, и жизненный, наверное. Хочу пожелать вам всем, показать то, что чему вас учили в Академии. Это самое главное. Свои максимальные способности. Потому что Академия «Шахтера», она дает многое. И как человеку, и как футболисту. И в первую очередь я хочу сказать, чтобы вы это показали на поле в дальнейшем. А в остальном, самое главное, это, наверное, чтобы травмы обходили вас стороной. Это самое главное, потому что всякие могут быть случаи, и жизнь, она одна, футбольная, поэтому самое главное, пусть здоровье у вас будет крепко и травмы обходили стороной. А все остальное это, наверное, удачи вам в дальнейшем. Пусть у вас будет твердый характер, это самое главное, потому что с перехода в большой футбол этого не всем хватает. И самое главное, пусть он у вас будет именно твердым. Что еще сказать? У вас сегодня праздник, и вы этого заслужили. Пусть каждый из вас играет в первой команде, этого тоже, конечно, нужно пожелать, потому что не каждый там будет. И нужно максимум приложить усилий, чтобы там оказаться. Поэтому я вас всех поздравляю и желаю вам удачи в дальнейшем. Допустим, слова какие-то, да, мы послушали. И, соответственно, фотографию.
тебе награда. Фотография и аплодисменты. Заслуженную награду, да, жмет руки и фотографию, естественно. Ваши аплодисменты, друзья. Снизер Сергей. Где аплодисменты, друзья? Вот, хорошо, получает свою награду. Сергей жмет руку и делает фотографию. Я прошу сейчас вас взять свои награды. Спасибо.